Лэш ТВ, и сегодня у нас осенний выпуск. Опять дождь. Опять слякоть. Опять надевать шапку. Опять надевать пальто. И кому вообще пришла написать унылая пора очарования? Как унылая может быть очаровательным? Это Пушкин. Он любил осень. В период болдинской осени он написал свои лучшие произведения. Повезло ему. А я даже сочинение написать не могу. Вдохновения нет. Скучная картина. Тучи без конца. Дождик так и льется. Лужи у крыльца. Чахлая рябина мокнет под окном. Смотрит деревушка с сереньким пятном. Что ты рано в гости? Осень к нам пришла. Еще просит сердце света и тепла. Здравствуйте! А что вы такие грустные? А вы кто? Я художник, собираю яркие краски природы. Тогда вы не по адресу. Почему же? Посмотрите, кругом все серо. Лето ушло, а с ним ушла вся радость и вдохновение. Почему же? Давайте я попробую вам показать, что в осени тоже чарующих моментов и красок. Разве может осень вдохновлять? Конечно. Осень в России всегда была порой, которую воспевали многие писатели, поэты, художники и музыканты. Вместе с их произведениями я покажу вам все прелести и краски осени. Осень – чудесное время года, она так разнообразна. Первая осень радостная, пышно убранная, богатым урожаем. Это осень красок. Другая – золотая, когда земля покрывается новыми, вежливыми, желтыми ковром листьями. А третья – грустная, которая у нас в России дома поздней осенью. Каждая пора прекрасна по-своему, но в природе они неизграничны четко. В мирную осень, вспыхшившую вдруг раз, вырываются дожди и ветры. Но золото осени еще не тускнеет, и после дождя она полна свежести и сияния. Да и поздняя осень с обилием дождей и ветров вдруг дарят дни, полные такой тихой и ясной задумчивости, что кажется, зима не придет еще долго. Thank you.
Чудесная осень с дождями и ветрами. Чего хорошего? Не понимаю я вашего оптимизма. Даже животные не любят осень. Маленькому зайчику на сырой лежбинке прежде глазки тешили белые цветочки. Осенью расплавились тонкие блинки. Лапки наступают на желтые листочки. Кстати, это стихотворение Александра Блока. Тема осени часто встречается в его творчестве. Да, согласен, ассоциируется с печалью. Но осень — это также время и светлой грусти, и нежности, и любви. Золотит моя страстная осень твои думы и кудри твои. Ты одна меж задумчивых сосен и поешь о вечерней любви. Так что все в мире многогранно и неоднозначно, таинственно и переменчиво. Прямо как осенние месяцы. Дорогие наши зрители, с вами блог «Интересно об осени». Миша, а что ты знаешь об осенних месяцах? Я знаю, что их три – сентябрь, октябрь, ноябрь. А вот в южном полушарии осенними месяцами являются март, апрель и май. На экваторе осени вообще нет, потому что там нету зимы или лета. Там их заменяют дождливый или сухой сезоны. Мы живем в северном полушарии, поэтому у нас первым месяцем осени считается сентябрь. Также он ее младший брат. И еще самый сухой ее месяц. Да, правильно. И эти теплые деньки называются бабьим летом. Оно длится одну или две недели. А вот в США бабьим летом называется индейским. В Германии, в Австрии – старушечьим. А на Балканах – цыганским. Маша, да ты настоящий знаток других стран. Конечно. Я считаю, что знакомство с другими культурами обогащает. Я и про российские традиции тоже знаю. Например, на первую половину осени приходится больше свадеб. И это понятно. На Руси в это время урожай уже был собран. Отчего бы и свадебку не сыграть. Да и короткая, но дивная пора. Бабье лето. Невозврата тепла, солнечной погоды. Сама по себе такая погода. Праздник. Детка репку посадил. Детка репки говори. Ты расти, расти большая, стань богатым урожаем. Чтоб тобой я мог гордиться, принесу тебе водицы. Удобрений ведет 5. Ох, устал, пора поспать. Спи, дедулька, без забот. Репка между тем растет. Да воюет с сорняками, их ногами и руками. Вот уж осень на дворе, зябким утром в сентябре. Дед проснулся, испугался. Ах, я старый, разоспался. Репку уж пора тянуть. Подросла, гляжу, чуть-чуть. Эй, детка, ты неловок. Я не репка, я морковка. Не умыл ты виноглаз. Репки я встроишь 100 раз. Что ж, в корзинку полезай. Что такое? Что за чудо? Может, выспался я худо? Ой-ой-ой, я протестую. Я не репка, я картошка. Это знает даже кошка. Я твой главный урожай. Что ж, в корзинку полезай. Я опять пойду по репку. Как сидит землица крепко. Ай да репка, вот стена. Браво, я возмущена. Дед, ты сникерсов объелся? Сериалов насмотрелся? Может, с печки ты упал? Без капусты не узнал. Милости прошу, в корзину. Это что за чудеса? Вот уж битых 2 часа я провел на огороде. Где же репка? Это вроде. Снова дед не угадал. Знать, очки ты потерял или бес тебя попутал. Свеклу с репой перепутал. Я отличный урожай. Что ж, в корзинку полезай, и тебе найдется метод. Только все же интересно, где же репка? Может, это? Я почти того же цвета, но мне репка старичок. Я твой репчатый лучок. Пусть немного и коварен, но в народе популярен. Я отличный урожай. Что ж, в корзинку полезай. Вечер уж к концу подходит, месяц на небо уходит. Да и мне домой пора. Завтра с самого утра
репку стану вновь искать. А теперь охота спать. Ух, тяжелая корзина, пригодилась бы машина. Знатный вырос урожай! Amazing, with friendships such amazing and star-bound days.
The summer was strange, no travel aboard was such a change. Enjoy autumn before it's too late. Autumn is bright, autumn is great. Солнце прячется за тучки, хмурый дождик льет с утра. Это осень наступила, золотистая пора. В лужицах, как лодочки, листики кружат. Серые холодные тучи вдаль спешат. Птицы звонко больше не поют. Стаи собираются и летят на юг. Вечерами тихим дождик моросит. Песню колыбельную по стеклу стучит. Ходит осень по дорожке, промочила в лужах ножки. Льют дожди, и нет просвета, затерялась лето где-то. Ходит осень, бродит осень, ветер с клёна листья сбросил. Под ногами коврик новый, желто-розовый кленовый. Соберем из листьев веер, яркий и красивый. Пробежит по листьям ветер, легкий и игривый. Я по листикам шагаю, они хрустят в ответ. Наберу красивых листьев, будет мамочке букет. Отнесла его домой, я мама вазочку нашла. И сказала, посмотрите, осень к нам домой пришла. Почему вас, художников, так вдохновляет эта осень? Если бы я рисовала картину, я бы раскрасила все серым. Почему же? В осени много чудесных красок. Давайте я познакомлю вас со всей палитрой. Я осень рисую оранжевым цветом, листок, упахнувший с последним приветом. Неспелые ягоды, теркой рябинки, душистых цветов, небольшие корзинки. Дорожку до дома с постилкой из листьев и шубку нарядную рыжую лисью. А желтым траву и плакучую иву, и клёна проказника пышную гриву. Я синюю краской осень рисую.
Дожди на странице времени кукосуют, и тучек проворных летящую стайку, и лужу за влажным корабликом чайка. Для красного цвета работы немало, вот солнце зарёй прекрасно устало, на ветках искрятся салюты калины, и прячутся ягоды поздней малины. А вот мухомор ярко красном берете стоит на пригорке, мечтая о лете. Я белым ему нарисую горошки и пышную юбку на тоненькой ножке. Теперь наберу изумрудную краску и лёгком добавлю зеленой окраски. А дальше за лесом до самого неба рисую просторы озимого хлеба. Я черного цвета потрачу немножко, вороном и дятлом раскрашу одежки, коричневым крашу деревья и ветки, и белым грибочком дуги и беретки. И снова рисую огонь листопадом. Летают и падают. Этот танец дано им прожить только раз, только раз. Простота пируэта всех манит, чарует и радует. Дай же ветер листве станцевать этот вальс. Раз, два. Елена Трутнева. Утром мы во двор идем. Утром мы во двор идем, листья сыплются дождем, под ногами шелестят, и летят, 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 пролетают паутинки с паучками в серединке, и высоко от земли пролетели журавли. Все летит, должно быть это, улетает наша осень, начинает день Бальмонт, поспевает брусника. Поспевает брусника, стали дни холоднее, и от птичьего крика в сердце стало грустнее. Стаи птиц улетают прочь за синее море, все деревья блистают в разноцветном уборе. Солнце реже смеется, нет в цветах благовоний, скоро осень проснется и заплачет с просонья. С вами снова наша рубрика «Интересно об осени». Миша, а что ты знаешь про октябрь? Октябрь называют вершиной года. В старинное его название «Хмурень». Его еще называют «Вечером года», потому что в это время природа готовится ко сну. Маша, теперь мой черед задавать тебе вопрос. Я даже знаю, про какой ты месяц говоришь. Про ноябрь? Угадала. Маша, ты расскажи нам про ноябрь что-нибудь интересное. Я знаю, что его древнее название – грудень, от слова «груда», что означало «плохой» или «замерзший путь». В ноябре небо нередко закрыто тяжелыми облаками, идет снег пополам с дождем. А я знаю, что в ноябре, как гласит русская пословица, зима с осенью борется, а также, что кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре не замерзнет. А я знаю, что комары в ноябре, значит быть мягкой зиме. Точно, прошлой осенью я видел комара, вот поэтому зима была очень теплая. А я люблю снежные зимы, потому что пусть все-таки комары спят. Все-таки у каждого времени года есть свои прекрасные стороны. Согласен. Открываем занавес. И раз, и два, и три. Новую про реку сказку посмотри. Как-то в день весенний дед наш не забыл и на огороде репку посадил. Подступила осень, урожай собрал. Всех своих домашних дал бабуля здрасте. Жёнушка родная,
Внученьку зовет, а в ответ он слышит. Номер не пройдет. Мне еще уроки делать 2 часа. Наступила в жизни грустная полоса. Что, придется жучку вместо нас позвать? Сядь, а в чем лепка? Не прогуляйся. Сядь. Ну, осталось Мурку только попросить. А мне спать охота. Как ты мог забыть? По ночам концерты я люблю давать, а сейчас не час другой. Нужно полежать. Мяу. И один оставшийся дед нас загрустил. Даже про мышонка в горе он забыл. А грызун тут мелкий взял и прибежал. Что случилось, детка? Слышал, я врал? Мы с тобой отлично справимся вдвоем. Песенку «Эй, юхнем» мы сейчас споем. И раз, и два, и три. Ничего себе дела! Это что за ерунда? Золото, гляди, мешок! Вот ведь чудо-огород! Мы теперь, мышонок мой, заживем с тобой вдвоем! Что бы дать? Ничего! Ты прости! Ты прости, дедуля, нас! Это все в последний раз! Жить, что снова нам начать! Тратить будем, помогать. Дед простил, да только он деньги все отдал деду. Но ведь не всегда последние осенние дни он нежным золотом последние тепла. И не всегда не ласковый и кроткий. Конечно, вместе с осенью приходят дожди. Большие горошины, рвется ветер и дальняя чиста, закрывается тополь взъерошенный, серебристый издалека листа. Да взгляни сквозь отверстие облака, как сквозь арку из каменных плит, в это царство тумана и морока первый луч пробиваясь летит. И значит, даль не навек занавешена облаками, и значит, не зря, словно девушка, вспыхнув орешина, засияла в конце сентября. Вот теперь живописец выхватывай кисть за кистью, и на полотне золотой, как огонь, и гранатовый нарисуй эту девушку, дед. Нарисуй, словно деревцу зыбкую, молодую царевну венце, с беспокойно скользящей улыбку на заплаканном юном. Дождик, вот какие люди жили в городе том, а старик угрюмый серый.
Художник, ты все-таки прав. Хоть и неохота это признавать, но осень — интересное время года. Есть в нем что-то загадочное и магическое. Конечно, расставаться с летними днями очень тяжело. С последним лучом солнца и зеленой травой с листьями. Да, но за расставаниями будут новые встречи, ведь осенью и 1 сентября, и открытие театрального сезона, и многочисленные праздники, и сбор урожая овощей и фруктов. У природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать. Именно так, но мне уже, к сожалению, пора уходить, а на прощание я оставлю вам свои краски и кисти. Мы не можем изменить ход времен года, но мы можем выбирать, какие цвета раскрасить свою жизнь. Все богатства русского пейзажа, полное владение национальное. В южных зим серебряная пряжа, кружева зеленые весны. Летний подвиг по полотке зноя, вечер разглядевшийся в ручей. У зарочья луговин темнее, теплый воздух желтеющих полей. Расписные крылья листопада над бездонной синевой озер. Все это твое, и сердце рано, целый мир любит.